Здравствуйте, друзья! Это новая серия прогулочной в 360 «Прогулки по Тбилиси». Напомню, что все ролики проекта сняты в формате 360, а это значит, что двигая мышкой, вы можете вращать камеру в любую сторону, прогуливаясь вместе с нами по солнечному Тбилиси. Немного поплутав в переулках Авлабаре, можно прийти к очень красивому месту. Сейчас здесь Преображенский женский монастырь. А в конце 18 века здесь был дворец царицы Грузии Дориджан, дворец Сочино. Большинство гостей, побывавших в Тбилиси, видели этот дворец со стороны Куры или из парка реке. Вид этот часто встречается в наборе видовых открыток из Тбилиси. Тем интереснее попасть туда вовнутрь. Если вам повезет, и калитка на монастырскую территорию будет открыта, вы сможете попасть в совершенно удивительное место – на балкон дворца Сочино. Не постесняйтесь попросить вас пустить. Отсюда открывается один из самых красивых видов на Тбилиси. Дворец Сочино, что в переводе с грузинского означает «видное», был построен в 1776 году для Дориджан Дедиани, третьей жены Ираклия II. Это редкое сохранившееся гражданское строение, возведенное до катастрофического пожара, устроенного войсками ага Мухаммед Хана в 1795 году. Тогда дворец был разграблен, но не разрушен. После высылки русскими имперскими властями царицы Дориджан в Санкт-Петербург, экзарх Грузии Феофилакт открыл здесь при храме воскресную школу и духовную семинарию. А в 1824 году был основан женский монастырь во имя Преображения Господня. Ну а в советское время монастырь был закрыт. На территории дворца расположились сначала театр, а позже музей истории Тбилисского района 26 комиссаров. Так тогда назывался район Авлабари. Да, обратите внимание на вписанную в современный пейзаж фотографию Дмитрия Ермакова. Хотя многое поменялось, особенно в районе Метехии и моста через Куру, Тбилиси все так же прекрасен. Кстати, если калитка на внутреннюю монастырскую территорию все-таки будет закрыта, проходите от ворот прямо к каменному балкончику. Вид отсюда не хуже, и сейчас я вам его покажу. Обратите внимание на церковь, мимо которой мы проходим. Известно, что в 1789 году на дворцовой территории были построены две церкви, посвященные святым Ираклию и Дарии. Вероятнее всего, нынешняя монастырская церковь Преображения – это одна из них. Все здания дворца вместе со службами строились единым комплексом на развалинах средневековой крепости. Сейчас мы стоим на сохранившемся участке стены Исани, крепости, которая существовала уже в VII веке. А в 1991 году здесь восстановили женский монастырь. С первых лет существования монастырь занимался помощью беспризорным детям. Храм был разрушен, дом тоже, люди голодали, продуктов не было. Но монастырь принимал всех. Детей селили прямо на балконе дворца Сочино. Сейчас, глядя на один из самых уютных уголков Тбилиси, в это сложно поверить. Кстати, подробнее о жизни современного монастыря рекомендую почитать в книге «Люди грузинской церкви», недавно выпущенной издательством «Никея». Сюда минут за 10 можно дойти как от метро Авлабари, так и от памятника Вахтангу Гаргасалу на Метехе, мимо которого вы точно не пройдете. Ворота на территории открыты ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Координаты вы найдете в комментарии к этому ролику. В общем, прогулочные настоятельно рекомендуют.